Друзья мои, всем привет! Сегодня готовим грибы-шампиньоны, жареные с яблоками. Даже если сочетание продуктов кажется вам странным, попробовать это блюдо однозначно стоит. Нам понадобится 500 грамм свежих грибов-шампиньонов, 2 кисло-сладких яблока, 1 средняя луковица, зубчик чеснока. Понадобится немного свежего укропа. Из приправ возьмем паприку, соль и свежемолотый черный перец. А также понадобится немного растительного масла для жарки. Грибы-шампиньоны нарезаем слайсами. На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем туда грибы и обжариваем на среднем огне примерно 10 минут, пока не испарится с грибов вся влага. Мелкими кубиками нарезаем репчатый лук и отправляем его на сковородку к грибам. Все вместе обжариваем, пока лук не зарумянится. Яблоки очищаем от кожуры и сердцевины и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем их на сковородку и обжариваем все вместе примерно 5 минут. Измельчаем укроп и чеснок. Выкладываем на сковороду. Теперь пришло время наше блюдо посолить и поперчить. Конечно, все это по вкусу. Добавляем паприку, чайную ложечку. Все хорошенько перемешиваем, держим на огне 2-3 минуты и убираем сковородку с плиты. Наше блюдо готово. Такие грибочки хороши как самостоятельное блюдо, а можно подать их с картошкой или рисом. А еще это очень вкусный и не банальный гарнир. Я подам его с индейкой, запеченной в соусе терияки. Мне кажется, это идеальное сочетание. Рецепт индейки у меня есть в предыдущем видео. Я желаю вам приятного аппетита, друзья! И если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе. Быстро, вкусно и просто. Всем пока!